Друзья, всем привет, с вами Пират, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием The Last of Us. Это считается одной из лучшей игрой на PlayStation 4, эксклюзивом, который когда-либо выходил. Вроде как рассказывается очень интересная история, и давайте на нее посмотрим. Нажимаем любую кнопочку, так, одни из нас... Остаться позади, пройдите дополнительный сценарий, действие которого разворачивается во время событий «Одни из нас». Внимание, рекомендуется сначала завершить сюжетную кампанию. Ну, конечно же, да. Будем сюжетную кампанию. Давайте, начинаем. Новая игра. Так, низкий, нормальный, высокий, максимальный и реализм. Ну, блин, будем играть на нормальном, чтобы не стоять, не тупить на одном месте. Это и так будет, конечно. Так, новые игровые данные. Это и так будет, поэтому... Раскроем историю эту, поиграем, посмотрим, что здесь происходит. Игра получила там 200 премий, 200 всего, что можно. Все хвалят эту игру и мне ее очень рекомендовали. И я решил ее снять именно для вас, для канала. Надеюсь, вам понравится и вы тоже увлечетесь этой историей. Так, какие-то снежинки тут типа летят на нас. Ну, это, наверное, начало игры уже. Так, что происходит? Не пойму. Так, ну не пропускается. Значит, какая-то загрузочка идет или что-то еще. А, вот, поехала. Так, разобраться, где кто. Здесь вроде бы мы будем играть... За двоих персонажей. Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Ага, да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не отвечает вопросом на вопрос. Солнышко, не надо, у меня нет сил пререкаться. Сам вот. Разбудил. Что это? Так, что там рождения. Что она ей подарила? Что это, блин? У тебя ведь часы сломались. А, часы. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится. Что? Очень, но... Так они электронные, наверное. Слушай, они же не идут. Что? Нет. Или нет? Подколол нормально. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Опять заснула. Ну, дочь нормально так отвечает на вопросы. Дурью торгует, типа. Ну вот, вроде мы за вот этих двух персонажей будем играть. А там посмотрим. Спи, котенок. Так, ну пока что он называет ее котенком. Ну, возможно, у нее есть имя. Плакат какой-то Down of the Wolf. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Бита стоит, смотрите, дядя возле светильника. Томми? Алло? Так, ну начинается что-то происходить. Вроде здесь какой-то апокалипсис, да? Какие-то зомби или что-то того, но... А мы уже посмотрим. Так. В чем там дело? А, это нам уже надо бегать. А, хорошо, отлично. Так, телефончик. Что с ним делать? Телефон молчит. Прикольно. Телефон, говорит, молчит. Хорошо. Давайте осмотрим комнату. Может, тут что-нибудь есть? Да, вот что-то ёлки. Есть. Забыла отдать открытку. А, вот, раскрывается. Дорогой папочка, Let's see, посмотри, you never around you. Ну, блин, на английском я, конечно, не переведу.
Надо было включить субтитры. Я видел, как люди играли субтитрами, и это вроде было переведено. Ладно, здесь больше ничего нету. Пойдемте дальше. В следующей серии обязательно включу субтитры. Будет Папа? Полегче. Так, обегать можешь ты, папа? Что у нас здесь? Нет, ничего такого. Может, тут батя? Так. Так, ну, опять все на английском. Папочка? А здесь можно войти в опции? Награды, фоторежим, параметры, игра, субтитры, включить. Вот. А ну-ка, давайте вернемся. Сейчас должно все работать. Вот. Всплеск обращений в районной больнице. Число обращенных по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция, обезумевшая женщина, убила мужа и еще 3 человек. Прикольно. Вот. Теперь хотя бы мы можем читать эти сводочки. Ладно, пойдемте. Где там батя? Ничего здесь не берется. Что у нас здесь за дверь? Беспорядки, о которых мы сообщали ранее... Ага. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Ух, ё-моё! Что это было? Ну, по телеку, похоже, это то место взорвалось, потому что там, говорит, утечка газа. Ага. L3 это вот развернуться резко или что? Не знаю, ладно. Где батя? Да что происходит? Его телефон. 8 звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Все. Да, странно только, батя без телефона пошел. Обычно люди телефон с собой берут. Так. Давай, врываемся. А вот и батя. А. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Нормально все. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Так, кстати, где стоишь, чтобы не подходить. Ага. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Что за Куперсы? Больные. Чем больные? Опа. Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда, скорей. Джейми! Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Что за хрень происходит, блин? Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Так, ну девочку зовут Сара, как минимум, я уже понял. А вот этот вот его друг или дядя, у меня есть его зовут Томми. Залезай. Ты же весь в крови. Залажу, залажу. Мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Ага, L2. Это приблизится. Хорошо. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Хорошо. Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия. Я думал, что на них нападут реально там сзади. В округ Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много.
Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Ну и что на грунтовку сворачивать? Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Ух ты, хорошо горит. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. Ну, машины вроде там не стояло никакой. Нет. Может, уехал? Конечно, нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Что за Джимми? Я тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Да ну нафиг, может они, блин, если тоже зомбари. Если ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Да, точно. Мы могли помочь. Мы могли сдохнуть. Вон, скорых, глянь, сколько сейчас помогут. Плохо ага. Дело. И все. Это всем до одного, одно и то же в голову придет. А где вертолет? Как посмотреть? А, вон. О! Так это вообще с больницы выбегают, похоже. Твою мать! Давай, газуй, ну его нахер! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Охереть! Нет, 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 нет! Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. Не останавливайся. Кто-то вообще, он пешком идет, ему пофиг просто. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Давай. Да. Вот этот поторопились. Так, там все хоть живы. Пап! Ух, ё-моё, лянь, что он с ним делает. Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Ага. А, нажимать, хорошо. Есть, минус окно. А где Томми? Чё он не помогает? Вроде за рулем его нету. Нормально дал. Пап? Я здесь, мила. Здесь. Я уже думал отбиваться как. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Так, а вот теперь мы и за батю уже играем. Отлично. Бегим отсюда. Где Томми? А, вот Томми. Ё-моё. Там не дают пройти, что ж беги. Охереть, тут хаос. Глянь, вообще. Куда, Томми? Ага, спасибо. Мы выберемся. Ой, не туда. Хорошо. Я понял. Слава богу, что здесь быстрые загрузки. Ну чё, встал? Ну, открывай, блин. Вперед! Да! Давай, 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 давай! Блин, можно было ему как-то ногой развалить башню, не стрелять. Патронов и так мало. Иди вперед! Найди выход! Пошли!
Так бегу, я бегу. Беги к шоссе! Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Давай, 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 несемся! Ё-моё! Почти пришли! Бля, кто-то сзади, походу, вообще бегит. Я вот чувствую. Ну, по тени не видно. Ну... А, есть, да-да-да, несутся сзади, прям толпа. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание... Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле кого дошли. Есть, сэр, блядь? Мы просто... О, черт. Не надо. А вот и дядя Томми. Точно. Я Сара. Так и думал. Сара? Так, что там, малая? Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Блин! Потерпи. На коробке потерпи. Же она есть, по-моему. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Что, она умрет так. Или что? Иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Блин, какого хера вот, так знаешь, начинается все херово? Сара. Да, померла. А на коробке Дочка. Я вроде ее видел. Игра про него и ее, про Сару и вот батю ее, по-моему. Не бросай меня. Пожалуйста. Может, это какой-то... Не бросай меня, Сара. До этого, что было там, я... будет. Я... Чё за фигня? Господи. Чё так все херово? Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня. Дочка... Но это какой-то пролог, похоже, был. Официальное Офигеть. Число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Ну, как обычно, что-то неудачно испытали и... Теперь мы сумеем защитить Сегодня нас. Пожалуйста, тебе. В Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные... Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Ну и что дальше? Девочка умерла. Лето. Осень, папиросим. Нифига себе, 20 лет спустя. Я думал, мы прям будем в самом начале играть. Ух ты, он постарел серьезно. Одну минуту. Вот, может она это? Хотя... Доброе утро. Ей бы было где-то под 40 лет. Будешь? Нет, она так я не бухала. Не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? А, это вообще какая-то Тесс. В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. Какие-то карточки. А что были. С лицом?
Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Нормально. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что... Наш Роберт! Что за Роберт? Он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Ну, похоже, апокалипсис случился. И мы сейчас будем вот жить, ну, как минимум, шариться в каком-то, видите, постапокалиптическом мире. Какие-то зоны здесь, карточки питания, похоже, я так понял. Третий блокпост открыт. Да, вот третий блокпост открыт, комендантский час и тому подобное. Так, Тесс, подожди. На этом мы будем заканчивать, продолжим уже в следующей серии. Пойдем найдем какого-то Роберта и пошаримся по этому постапокалиптическому городу. Ребят, не забываем подписываться на канал. Лайк – это лучшая благодарность от вас для меня, чтобы продолжать дальше играть в эту игрушку. А на этом у меня все. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.